Сальвадор подключился к расследованию офшорного скандала. Накануне в столице страны прошли обыски панамской компании Mossack Fonseca. В ходе следственных действий были изъяты документы и компьютерная техника. Местные власти полагают, что к скандальному делу могут быть причастны сальвадорцы. Упомянутые в панамских документах жители этой центральноамериканской страны подозреваются в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве.